Всем привет, ребята! Мы приехали в лес, который рядом находится с нашими дачами. Посмотрите, сколько велок, шишек, палок. Да, идите сзади меня. Сейчас мы все будем, вот эти все палки, ветки, все будем собирать на дачу, чтобы грядки поднимать в мешки и потом грузить в машину, отвозить на дачу. Вот. Дочка у меня уже с граблями, с перчатками, а Мишка в машине спит, отдыхает. Ладно, покажу свой результат о проделанной работе немного позже. Ну вот, приехали мы из леса, набрали 5 мешков, палок, веток, шишек. Но приехали на дачу, и на даче кофе пьем, потому что просто нас спугнул дождик. Начинает моросить, вдруг разойдется. Некомфортно быть сырым. Ну, на этом я с вами прощаюсь на сегодня. Всем пока и до новых встреч.